Буря эмоций и звон металла. Первый чемпионат Дальнего Востока по одному из самых зрелищных и благородных видов спорта принимает столица Приморья. Состязания будут проходить в спорткомплексе «Олимпиец» с 29 сентября по 1 октября. Награды в олимпийском виде спорта разыграют сильнейшие фехтовальщики Дальнего Востока. Найдут своих обладателей 12 комплектов медалей в личном и командном зачетах среди мужчин и женщин. Достаточно часть жизни своей посвятил этому виду спорта, поэтому когда коллеги, партнеры, особенно такие как губернаторы территории, хорошо знают фехтование, для меня это лично очень приятно. В турнире сойдутся спортсмены из Приморья, Хабаровского края и Республики Саха-Якутия. Приморскую команду представят фехтовальщики из Владивостока, Находки и Артема. Данный чемпионат является окружным крупнейшим турниром, на котором атлеты в дуэлях будут зарабатывать путевки на чемпионат России. Любые спортивные соревнования, которые проводятся в нашем крае, вовлекают, как правило, в первую очередь детей, молодежи, вот, которые смотрят, оттачивают свое мастерство, смотрят тренера на уровне подготовки, смотрят, как подготовлены другие команды из других регионов. Поэтому для нас проведение такого первого чемпионата по фехтованию дальневосточного – это еще один дополнительный шаг повышения мастерства и популяризации этого прекрасного вида спорта, который развивает и реакцию, и выносливость. Фехтование, безусловно, один из самых красивых видов спорта. Так, в ближайшие выходные прийти полюбоваться им и поболеть за приморскую команду могут все желающие. Начало состязаний ежедневно в 9:30. Анна Дьякова, новости на 8.